исполнитель, автор и зритель. Я спою две песни. Одна от лица ученика, искателя, который только пытается понять тайну времени. А вторая песня, такая серьезная, уже от лица мудреца, который познал истину. Вот. Такие песни были в советское время. Вот. Но вы ее все знаете. Итак, первая песня. Автор Виктор Цой. И я должен прийти к 9 на работу свою, а сейчас уже без 10, а я только встаю. На столе моем завтрак стоит, от него не уйти. И поэтому я к 9 не смогу подойти. Еще только без 10 9 часов. Еще только без 10 9 часов. В объяснительной я напишу, что был у врача, а еще напишу, что часов по пути встречал. И пускай все ругают меня на работе моей, и пускай все позорят меня на работе моей. Еще только без 10 9 часов. Еще только без 10